Тараны Бориса Ковзана. 20 юнкерсов. Прикрытие шестерка мессеров, эшелонированных по высоте. Как поняли меня, прием. Вижу, понял вас, 32-й, 18-й в набор. Свяжите мессеров. Атакую ведущего, прикройте. На этой звуковой странице рассказ героя Советского Союза, летчика-истребителя. Меня не отпускаешь, Ваня. 18-й, занять место в строю. Нас натравит солнце-бункеры. Таран над городом Торжок. 21 февраля прилетели мы на прифронтовой аэродром. Но на командном пункте я получил приказание генерал-лейтенанта Куцевалова туда вылететь на прикрытие шоссейной дороги Москва-Ленинград. Я взлетел на Урал 3000 метров высоты, пролетел Валдай, Вышний Волочок. И вот между Вышним Волочком и Торжком смотрю три юнкерса 88-х, три бомбардировщика и бомбят шоссейную дорогу Москва-Ленинград. Я сходу перевожу свою машину в атаку. Остается... Ну, примерно 800 метров. Открыл огонь тоже. Стрелки открыли огонь. И в это время один самолет противника уходит вправо, один уходит влево, один пошел по направлению к городу Торжок. Я не стал гоняться. Решил уничтожить ведущего. Одну атаку сделал сверху, потом снизу. Так выскакиваем на город Торжок. У меня и боеприпасы есть. Все нормально. И здесь отказывает вооружение. Что делать? Я опять решил рубить хвост самолета противника и нанести таранный удар. Но когда машина пошла на удар, здесь, по моему воле, уже закрылись мне глаза, я помню. И внутрь как будто мне положили кусок льда. Знаете, таранный удар — это же не игрушка. Сталкиваются две автомашины на скорости 30 км, а работа ведется на скорости 500 км в час. Машина пошла на удар. Чувствую, все нормально. Думаю, сейчас отрыв, машина должна бросить. Но в это время, как будто бы кто-то взял мою машину за хвост и начал трясти. Я отрубил хвост, мне винт загнулся, и мой нос ходит к корпусу. Мы сцепились, так и до его подталкивания ничего не могу сделать, пока две машины не перешло на нас. Здесь отделяется мой истребитель, глохнет мотор. Попали мы в штопор. Ну что, беспорядочное падение, так если по-граждански сказать. Примерно до 600 метров. И прыгать, и машину бросать на город. Я решил спланировать уже без мотора. И произвел посадку на окраине города Торжок. А самолет противника с отрубленным хвостом упал 1,5 километра от места моей посадки. Горбатый, квадрат 16, не заходи. Я тайфун, понял вас. 18-й, прыгай. Таран над Валдаем. 8 июля 1942 год. Мы получили приказание вылететь выше группы истребителей, которые прикрывали наших бомбардировщиков, а те должны были нанести бомбовый удар по аэродрому Демьянск. И вот, не долетая 20 километров до фашистского аэродрома Демьянск, я в сторону так солнца посмотрел, как в атаку перешло два немецких истребителя. Думаю, выйдут на дистанцию, собьют. Я тогда разворачиваю резкий истребитель под 90 и открываю огонь. Первый истребитель горкой ходит кверху, как второй немецкий истребитель отсекает от всей группы. Ну, завязал воздушный бой. Я начал выполнять бочки, петли, высший пилотаж. Фашистские истребители взяли меня в клещи. Один старается зайти с хвоста, один переходит в лобовую атаку. Ну, вы сами вот представьте себе, что у меня 500 километров, ну, пусть будет 450, противника тоже. И вот мы на 900 километров час сходимся, лоб в лоб. Раз сошлись, постреляли друг по другу, ничего не получилось. На втором заходе он пробивает на водяную масляную систему. Здесь запарило, задымило, и моя машина посыпалась на крыло. Я так ее удержал. Он делает повторный заход, и когда он проектировался градусов 15-20 на встречных курсах, концом своего крыла врезается в крыло самолета противника. И сразу я ударился лицом о приборную доску. Потом отбросило затылком о броню спинку. Потом темнота наступила, потом посыпались с глаз какие-то красные, черные, вот я по сей день помню их, фиолетовые, белые. Потом пелена. Когда я пришел, себя смотрю, моя машина тоже отрублена, примерно 8 сантиметров крыла. Вся деформирована, несется с большим креном к земле. Я с большим трудом кое-как ее выровнял, перетянул в шоссейную дорогу и в 8 километрах от города Валдая, уже не выпуская колес, произвел посадку в болото на живот. Когда я вылез с кабины и стал на это крыло, которое меня бил, так оно на земле отлетело. Ну, в этом бою я протаранил старшего лейтенанта фашистской армии. Он был награжден 2 железными крестами. Но лично я его наградил далеко от города Валдая нашим березовым русским крестом.
Дерусь один с шестеркой Фокера в районе Крымской. Батя, вижу 12 мессеров. Высота 5000 метров, как поняли меня? Держись, молодцы. Молодцы на подходе. Это произошло в 1965 году на маленьком Досавском аэродроме на окраине Рязани. 18 сентября я должен прилететь с одного аэродрома на второй с техником. Вот начали мы взлетать. В это время, это было примерно во второй половине дня, когда ребята вышли со школы. Первая смена уходила, вторая приходила. Мы начали взлетать. На высоте 70 метров мне обрезал полностью мотор. По всем инструкциям я должен садиться перед собой. Улечу я в школу, сколько детей побью. Я принял решение машину бить на крыло, чтобы спасти детей. Я машину перевел, крутое скольжение, крылом ударился о землю. Мотор мне отлетел на 50 метров, мою машину перевернуло, кругом дым. Я вылез с кабины, и техник жив остался. Я тоже самое, только маленькая царапина, теперь уже мирное время.